Мы живем в темное время. Никогда еще наш мир не был под такой угрозой. Исчезновение людей. Убийство. Но я уверяю вас, министерство крепко стоит на ногах и заботится о спасении граждан. Полагаю, вы знаете, кто это. Мисс Чарити Бербидж, любитель маглов и их привычек. Ну все, Нагайна. Что нового? Орден узнал о наших осведомителях в правительстве и действует сегодня. Слишком много ошибок, связанных с Гарри Поттером. Сегодня я убью Гарри Поттера лично. Авада Кедавра! Все на местах? Вот доберемся в нору, и все позади. А если на нас нападут по пути, а мы все будем в твоем облике, пожиратели просто не поймут, где кто. Держись, Гарри! Ah!
Смотри, он очнулся. Гарри, как твоя голова? Что?
Где я? Где Хагрид? А Волан-де-Морт? Все в порядке, Гарри. Хагрид цел. И на Нору наложили защитные заклинания. Все тихо. Пока. Напрасно я здесь. Теперь все в опасности. Гарри, отдохни, пока не поправишься. Вообще, мы здесь по-любому до свадьбы. Чьей свадьбы? Билас, Флёр. Мы давно знаем, а ты был без сознания. Так что готовься, друг. Как он может пойти на свадьбу больным? Не спеши, Гарри. Главное, поправься. Рон прав. Если я такой слабый, как я буду искать остальные крестражи? Дамблдор мертв. Мы должны завершить его дело. Уничтожить Волан-де-Морта. Я тут подумал, Волан-де... сам знаешь кто, поместил душу в 6 крестражей, и 2 уничтожены. Так? Знает ли он, что отчасти мертв? Мне все равно. Мы должны найти еще 4 и уничтожить их. Давайте потом поговорим. Не надо портить людям праздник. Здравствуйте, рада вас видеть. Надо же! Она пошла в папу. Кто это? Отец Полумны, Ксенофилиус. Пойдем к нему. Он все лето поддерживал Гарри, пока в пророке закрывали глаза на правду. К тому же это, наверное, последний шанс пообщаться с Полумной. Так странно, да? Все вернутся в Хогвартс, а мы нет.